Здравствуйте, друзья! Сегодня на ваших глазах Хорхе Масвидаль переписал историю UFC. Для того, чтобы нокаутировать Бена Аскрена, ему хватило 3 секунды, однако рефери поединка включился в происходящее чуть позже, чем это сделали бойцы. И официальный результат – нокаут за 5 секунд. Предыдущий результат – 6 секунд – принадлежал Дуэйну Людвику. ММА-сообщество не осталось в стороне этого нокаута. Перейдем к ним после небольшой рекламы. Всем приятного просмотра, друзья! Спонсор показа – компания 1X. У них всегда большие коэффициенты и быстрые выплаты. А по промокоду RedFury вас ждет крутой бонус. Переходите и регистрируйтесь. Все ссылки в описании и в комментариях под этим видео. Билал Мухаммад. Вау! Майк Тризано. О боже мой, наконец-то кто-то заткнул Аскрена. Луис Пенья. О боже мой! Джеймс Уик. Черт побери, Масвидаль не шутит. Дерек Брансон. 305 район. Алекс Волконовский. О боже мой, это было безумие. Точно побил рекорд. Джоби Суарес. Масвидаль — это чертов гангстер. Гилберт Дуринхо. Вау, я знал, что так и будет. Бен Ротвелл. Господи. Алекс Чемберс. Вот это да. Майк Перри. Черт. Масвидаль сейчас величайший всех времен. Стивен Томпсон. Бро, это самый быстрый нокаут, который когда-либо был. Масвидаль с победой. Дастин Порье. Майк Браун и Масвидаль говорили мне прошлой ночью на ужине, что начнут этот поединок с летящим коленом. И показали мне видео на телефоне Майка, как он его практикует. Деннис Бермудес. Вау. Тим Минс. Вот черт, Масвидаль. Уилл Брукс. Я повторяю это снова и снова. Оставьте этого парня в покое. Джессика Ай. Вау. Шейн Бургос. Масвидаль переписывает историю. Брайан Каллахер. Вот это да. Самый быстрый нокаут в истории UFC. Надеюсь, с Беном все окей. Дастин Порье. Надеюсь, с ним все хорошо. Джоди Эскюбель. Брутально. Рэй Борг. Во черт! Ян Маккол. Масвидаль — это опасный парень. Дэн Иг. Что за черт? Брюс Митчелл. Я говорил вам, Масвидаль — это настоящий чертов гангстер. Наш парень нокаутировал его без каких-либо эмоций. Майк Тризано. Дана Вайт втайне сейчас является одним из самых счастливых людей на планете после этого. Джеральд. Это был один из самых удачливых ударов в ММА. Скотт Хольцман. Вау, это был невероятный нокаут от Масвидаля. Стивен Томпсон. Алджамен Стерлинг. Вау, просто вау. Я надеялся увидеть чуть больше. Это было брутально и в то же время ужасающе. Джимми Мандува. Масвидаль. Колби Ковингтон. Эй, Бен Аскрен, говорил тебе, чертов придурок. Слушай меня в следующий раз. Майк Перри. Это был лучший нокаут за все время. Рой Нельсон. Поздравляю, Масвидаль. Нил Магни. Никто не будет против. Дайте этому парню титульный шанс. Сообщение, которое отправили Дастину Порье. Масвидаль побежит в центр октагона и выкинет летящее колено, чтобы начать этот поединок сегодня. 6 часов вечера. А на этом у меня все, друзья. А как вам этот нокаут? Свое мнение напишите в комментариях. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всем пока!